Добрый день, уважаемые сябры. Мы с вами находимся на площади супрать Национальной библиотеки. На передодні свята Перамоги, 9 мая. Ось зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось вона площа. Тут сегодня много людей. Стяги, бачите, какие тут у нас сегодня. Экскурсии. Много людей. Вот так. Какие зараз у нас район. Вот помник. Помник скоты. Дана центр. И кветки тут есть розные. Вось, а вот и сама Национальная библиотека. До побачення, поважаные сябры.